Всем привет! The Brush 2019 продолжаем делать механизму. Погнали дальше. По старой накатанной теме возьмем теперь вот эту грудину. Берем теперь, ставим резку Trim Rect. И вот так все это дело обрезаем. По самый вот этот верх. Вот именно где вот эти ребра. Так. Голову тоже долой с плеч. Вот такая штука получается. Делаем теперь экспорт. И называем это грудина. Доспех давайте лучше. Открываем, сохраняем и погнали опять же в Sculptris. Заходим, загружаем импорт, находим наш доспех и пойдем дальше это все дело разрабатывать. Вот он доспех, открыть, New Scene, нет. Все, вот у нас грудина. Давайте все это дело опять же выгладим, вот так вот. И низа тоже вот так вот чуть-чуть пройдем. Так, все, это дело сделано. Ставим детализацию побольше. Shift, левая кнопка мыши. Выравниваем. Жмем симметрию. Окей. Окей. Получается прикольней. Все нормально. Здесь проецируется... Вот эта сторона правая на левую, а в ZBrush левая на правую, ну как модель установите в принципе. Ну и погнали теперь вот с этой частью работать. А что я жму на алфавит? Так, теперь Draw, Play отключаем и ставим Invert. Кисть побольше, чуть-чуть детализацию поменьше. И вот так все это дело преобразуем. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем. Вот так вот. Все, это нормально, это хорошо. Теперь грабом инверт отключаем. Кисть побольше и вот эту грудинку чуть-чуть поднимаем. Вот так. Так, со спиной можно сделать то же самое, а можно в принципе оставить на том же уровне. Это кому как удобно. Так, теперь Shift, правая кнопка мыши и опять же Draw и опять же Invert. Вот так все это дело прогоняем. Опять же все это периодически выглаживаем. Вот так. И опять же чуть-чуть углубляем. И опять же выглаживаем. Так, вот такая штука получилась. Теперь ставим приз, инверт отключаем и погнали все это дело резать. Вот так вот. Вот таким вот образом. Здесь теперь полосанем по ключице и чуть-чуть под мышку уйдем. Вот такая штука. Ну и вот эту часть чуть-чуть вот здесь вот порежем. Заднюю тоже сделаем вот так вот закрылки. Вот такие. И здесь можно немножко тоже сделать вот такую штуку. Так, все наметили. Здесь тоже сделаем немножко углублений. Вот так вот. И погнали, наверное, с бока. Вот с этого. Опять же Draw, опять же Play, опять же Invert. И вот так все это делаем. И выглаживаем. Вот так вот. Ну и вот эту часть тоже. Оставим ее под какой-нибудь тоже механизм. Опять же все это дело выглаживаем. Так, пока оставим, займемся руками. Вот так все это дело здесь
уберем. Вот так вот. И опять же все это дело выгладим. Так, это есть. Спереди поставим, наверное, генератор какой-то побольше. Вот так вот. Что-то в таком духе. Ну и теперь, наверное, пройдемся флаттеном. Инверт отключим. И пройдемся вот так вот. Именно по ребрам немножко. Вот так вот. И вот по этой части сделаем ее немножко тоже плоской. Вот так. Закрылки тут чуть-чуть побольше. Бочинку немножко сделаем ровнее. Вот так. И уйдем чуть-чуть вниз. Вот таким вот образом. Здесь теперь немножко тоже вот так вот подкорректируем, подгладим. Вот так вот. Ну и немножко надо поработать с грудью. Опять же, грудь вверх приминаем. Здесь тоже вот так вот приминаем. Вот таким вот образом. Так, вот так все это сделали. И вот эту часть давайте немножко грабом приподнимем. Вот так вот. Вот таким, ну, в принципе, почти железный человек. И вот эту часть грудину немножко уведем. Вот так. Ну, в принципе, уже симпатично. И опять же грабом вот это дело, верхнюю часть, вот так вот выгладим. Вот так. Вот так. И пройдемся именно по крыльям, по, как их называют, вот так вот, в разных направлениях все это дело приминаем, вот таким вот образом, где-то вверх ровнее, здесь чуть-чуть тоже сплюснем, вот так вот. И вот получается что-то в таком духе. Чуть-чуть еще вот тут вот так вот подгладим. И теперь бока вот этого доспеха здесь вот сделаем. Вот так. И вот так вот здесь вот проведем. Вот таким вот образом. Чуть-чуть теперь ризом порежем это все дело, вот так вот, вот таким вот образом. Так, что еще тут можно придумать? Вот так вот, вот так вот поровней. И вот эти закрылки шейные вот таким образом ромбом прогоним, и здесь чуть-чуть их подкорректируем, вот так вот. Что-то в таком духе. Уже прикольно, уже классно. Здесь вот теперь отобьем вот эту часть, чтобы ее видеть. Вот так вот. И немножко вот в таком духе. Вот так. И опять же флаттеном. Немножко здесь поровнее. И вот так эту внутреннюю часть под направление чуть-чуть примнем. Вот так вот. И здесь немножко вот так вот. А тут вот таким вот образом. Вот таким. Так, это есть такая штукенция.
Теперь маска, Ctrl, наносим маску. Вот так вот. Теперь жмем Ctrl-I, Shift, правая кнопка мыши и немного грабом побольше кисть. Вот так вот. С разных ракурсов смотрим. Чуть-чуть прибавляем. Вот так оставляем. Сейчас все это дело подкорректируем. Так, маску снимаем, как и в ZBrush, Ctrl, левая кнопка мыши. Переходим на задний план. Shift, правая кнопка мыши. И опять же, Flatten. Побольше теперь ставим кисть. И вот так все это дело корректируем. Вот так. Что-то в таком духе. Ну и немножко чуть-чуть здесь порежем. Вот так вот. Так, это уже все нормально. Здесь немножко тоже подкорректируем. Вот так вот. И немножко здесь вот так вот вырежем. Грабом чуть-чуть все это подтянем. Вот так. И немножко теперь флатеном вот так все это дело здесь выровняем. Так, что еще? Теперь бока, наверное, тоже вот так вот чуть-чуть подрежем. Так, побольше детализации, интенсивности. Вот так вот. Раз. И вот так вот чуть-чуть полукругло. Так, теперь здесь давайте нарисуем ребра. Drop, invert. И теперь кисть поменьше. Так, еще поменьше. И вот так вот. Так, здесь теперь тоже по низу пройдемся вот в таком духе. И немножко тут. Вот так вот. Так, с этим разобрались. Это все нормально, все хорошо. Следом теперь давайте чуть-чуть тут подкорректируем. Грабом вот так и низ чуть-чуть приподнимем вот в таком духе, вот так поровнее сделаем и вот эту часть чуть-чуть уведем. Теперь где ребра уводим, делаем чуть-чуть вот эту часть потоньше, можно под разными углами опять же. Не принципиально, еще побольше. Весь смысл в том, что я хочу, чтобы он был похудее. И вот здесь эту часть тоже вот так вот. И немножко кверху приподаем. Вот так вот.
Вот такой прикольный доспех получился. Чуть-чуть здесь еще тоже выровняем. Вот так вот. А заднюю часть можно чуть-чуть увести. Вот так. И вот эту чуть-чуть мышцу, типа грудную, приподнять. Все, всем пока, до свидания. Вот такой быстрый способ сделать именно доспех, набросок. Все, пока, до свидания.